блядь, дождик начался. Кажется, дождик начинается. Ну, в той стороне они ехали с разгончиком, походу. Угу. В общем, пацаны, мы тут нашли такое препятствие, и, не знаю, есть сомнения. Здесь проезжали большие трактора, и мы можем заехать в колею, а посередине вот грязюка такая. Мы можем, ну, я думаю, что могу мостами сесть на вот это вот говно. И, в общем, думаю... Макс говорит, не стоит, а я все-таки, у меня в жопе чешется, блядь, сюда проехать и посмотреть, на что она способна. Даже не знаю, короче. Может, выйдем, посмотрим так для... Кто-то объезжал по левую сторону и по правую сторону. Давай посмотрим. А кто-то сказал, ну его нахуй, развернулся и уехал. Ну, один раз мы так сделали, когда у тебя только передние на стене. Но я погляжу, здесь проезжают частенько. Не, давай, слышь, наберем разгончику и вау. Больше шансов забуриться. Ну, не думаю. Смотри, видишь, здесь кто-то проезжал. Вот, следы. Yeah. И он особо не утонул. Потому что это, я так понимаю, здесь только слой. Вот такой вот слой говна. А под ним уже как бы идет земля твердая. И не доехал. Да, но вот эти следы. Вон там вот кто-то выехал. Ну что, попробуем? Тут, мне кажется, больше вероятности забуриться. Мне кажется, меньше за счет того, что трава ложит, она тоже создает какую-то жесткость. Кто-то объезжал здесь, да. Ну, короче, хер его знает, да. Ну что? Давай по одну сторону попробуешь, в ту сторону попробуешь, по левой стороне или по правой, а обратно уже... А обратно ты точно встанешь. Ну чё, пацаны, попробуем первый раз сюда по траве. Все, пиздец. Бля, воняет, пиздец.
Все, пацаны. Встали. И что делать? Ни вперед не идет, ни назад. О, я как и говорил. Сели на мосты. Вот. Начали шкрябать уже пузом. Надо звонить. Звать эвакуатор. Короче, пацаны, вот оно, болото. Некогда было. Ну, не то, что некогда, было как-то неудобно. Пацаны приехали недовольные, они уже второй раз приезжают меня вытаскивать. И я читал на их лицах, что я их уже заебал, поэтому как-то не было удобно снимать, да? Вообще. Я попросил Макса на телефон, но ему тоже это показалось неудобно. Основной экшен, когда меня вытаскивали, не сняли, потому что я уже объяснил, почему. А вообще, вот оно, болото, видно. Это болото, которое буханка не преодолела. Ну как болото? Или что это? Болото. Однозначно. Здесь везде болото. Вон аж до туда идет болото. Просто здесь заросло, а здесь нет. Здесь все проезжают. Здесь проезжали большие трактора с широкими, с широкой резиной, видать. Мужики тоже нет-нет прикалываются здесь. Но это задача не для буханки. Все-таки буханка немножко низкая. Вот если ГАЗ-66, военный грузовичок, он бы сюда и за нехуй бы проехал. Вообще для него это, бля. То есть что-то побольше, что-то помощнее. Ай, бля, буханка, Нивы, они тут застрянут. ЗИЛ какой. А, ЗИЛ тоже может тут застрять, наверное, или нет. Ну, бля, смотря какую резину поставить, наверное. Для Урала вообще тут нехуй делать. А для буханки, бля, это... О. Колеса в говне. Вода была аж до порога вот так вот. И мы сели на мосты. Здесь вторая буханка немножко буксовала. Когда меня вытаскивали. Вот. Мостами я вон уперся в грязь и все. Дальше у колес особого сцепления не было. Гляди, Вася, что тут снизу? Гляди, видно? Снизу какая лапша торчит. Видал снизу, какая лапша торчит? Я пацанам дал где-то $6, но когда они меня тянули, у них там в прицепе компрессор упал и сломался датчик на давление, плюс куда подсоединяется там шланг. Теперь я им еще и эту хуйню должен, блядь. Вот эта вот покатушка встала мне в бабло немножко. Лапша охуенная сидит там.